Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Я покажу вам, где бы я открывал сделки. Мое мнение такое, что биткоин находится в коррекции ABC и идет к отметке 20 тысяч долларов. Поэтому я понемногу расставляю ордера, подбирать биткоин на этом пути. Ну и самую большую сделку открою как раз на двадцатке. А на фондовом рынке я заработал огромные деньги. 100-200%. И там я думаю, что NASDAQ находится в пятой волне Эллиота, после чего начнется коррекция ABC. Но прямо сейчас давайте перейдем на графики по битку. Открываем рынки. Опять нет какого-то большого движения. TSM минус 2%. NASDAQ минус 0,89%. Ну и теперь откроем биткоин. 26-250. Небольшой памп на биточке. Биткоин прошел вверх от нижней границы ценового диапазона. Тут я раньше проставлял торговую идею. Зайти вот как раз от нижней границы. Но не уверен, что биткоин ее подхватил. Это было пару дней назад. Но в любом случае биткоин действительно прошел вверх, так как мы и ожидали. Ну и затем у меня вторая торговая идея — зайти в шорт на биткоине от 28 тысяч долларов. Поэтому, если вы еще не заскочили в сделку, то я бы открыл лонг вот здесь от этого уровня поддержки. Тут можно поставить цену входа. Не забываем о стоп-лоссе. Take profit, как я уже сказал, на 28 тысяч долларов. И оттуда уже будем переворачиваться в шорт. Сейчас, на мой взгляд, биткоин находится в коррекции ABC. Вот ее хорошо видно на 4-часовом. И там биткоин идет как раз на 20 тысяч долларов. По лонгу соотношение риск-прибыль 17.68. Цена открытия 25.994. Стоп-лосс на 25.881. Тейк-профит на 28 тысяч. Риск 113, заработать можно 2018. И затем я бы перевернулся в шорт. Здесь соотношение риск-прибыль 39.29. Риск 196 долларов, заработать можно 7.727. Если с 10-м плечом, тогда 77.200. И затем снова заходим в лонг от 20 тысяч долларов. Эти торговые идеи я забрасываю в свой телеграм-канал. Ссылка на этот телеграм есть в описании под этим видео. Она под номером 3. Присоединяйтесь, в этом телеграме уже около 9 тысяч трейдеров. И подписчики зарабатывают очень хорошие деньги. Вот, например, 104 тысячи долларов кто-то заработал. Первая шестизначная прибыль на сделке. 42 500 долларов. 104 тысячи 100 долларов. 67 тысяч долларов. Это моя прибыль. 175 200. 4 300. 104 тысячи. Ну и так далее. Это все в моем телеграме. Ну и теперь давайте посмотрим на эфириум. Что у нас на эфире? На эфире. А, посмотрите, шорт активировался. И он уже в профите. Очень близко подходил эфир к стоп-лоссу. Но хорошо, что не зацепил. Куда тут поднималась цена? На 1659. А стоп-лосс у меня стоял на 1660. Всего лишь 1 доллар разницы. Теперь эта сделка активировалась, она уже приносит прибыль. На 4-часовом стохастик направлен вверх. На часовом — в перекупленности. На дневном — в перепроданности. На недельном — в перепроданности. Свеча молот на недельке. Интересно. Короче, вот торговая идея, которая сработала, и она в профите. Что же еще я тут вижу интересного? Что-то вроде головы и плечи. Ну, не знаю. Короче, держим этот шорт, зарабатываем. Можно передвинуть стоп-лосс в безубыток. Сюда можно поставить стоп-лосс. Но если вы еще не зашли в сделку, можно зайти тоже в шорт. Пошортить можно до отметки 1430. И затем тоже переворачиваемся в лонг с целью на 2200 долларов. Вот две такие торговые идеи. По первой — соотношение риск-прибыль 79-88. По второй — соотношение 21-24. И эти торговые идеи я забрасываю в свой бесплатный телеграм. Не забывайте опять же, что под видео есть много полезных ссылок. Один — проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. Два — регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус до 30 тысяч долларов. И ссылка номер три — присоединяйтесь к моему бесплатному телеграмму, где уже 9 тысяч трейдеров. На аккаунте у меня 301 800 долларов. Пару тысяч долларов прибавилось на аккаунте за вчера, хорошо. USDT на 127 800 долларов. Dogecoin на 28 900. Возьму еще на 1000 долларов Dogecoin. Я, конечно, там расставил ордера пониже на покупку Doge. Но почему бы не взять и сейчас?
понемногу затариваюсь. Биткоина мне на 23 700. Возьму биткоина тоже на 1000 долларов. Хорошо. Идемте дальше. MCRT у меня на 23 100 долларов. Uniswap на 22 400 долларов. FXS на 12 300. FXS тоже возьму на 1000 баксов. Есть, готово. Понемногу закупаю альткоины. И у меня стоят еще ордера на покупку на нижних уровнях. Спасибо, что посмотрели это видео. Присоединяйтесь к Телеграмму, торгуйте вместе. Смотрите мои видео, проходите мои курсы по криптотрейдингу. Я торгую исключительно на смартфоне. Моя задача – покупать дешево, продавать дорого. Торгую на акциях и на крипте. У меня биткоин, эфириум, MCRT, Uniswap, FXS. Это в крипте. Также SMR, IOTA. А на фондовом рынке у меня Tesla, Facebook, Google, TSM. И там сейчас рынок находится в пятой волне Эллиота. Но подробнее о фондовом рынке поговорим уже в следующем видосе. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.